Всем привет, вы на канале Девайс. Распечатать что-то дома – это очень удобно, а в современных реалиях еще и экономно. В этом ролике я собрал топ из 7 лучших струйных принтеров, больше всего подходящих для домашнего использования. Я постарался взять как бюджетные модели, так и более серьезные для тех, кто много учится или работает, и в связи с этим постоянно что-то печатает. Ну а стоимость и подробные технические характеристики всех устройств из топа вы можете узнать по ссылкам в описании. Приятного просмотра. Начну я традиционно с самой доступной модели в этом топе. Это Canon PIXMATE S304, и несмотря на относительно низкую стоимость, он может предложить полный спектр функций, которые только могут пригодиться в повседневной жизни. Разрешение печати составляет 4800 на 1200 точек на дюйм, а скорость 7,7 и 4 изображения для черно-белой и цветной печати соответственно. Поддерживается также печать на фотобумаге, чернила берутся из обычных картриджей, которые не отличаются высокой емкостью. Но отдельно можно докупить более емкие их версии с припиской Excel. Из особенностей за такую цену стоит отметить возможность печати без полей и беспроводное соединение по Wi-Fi. А фирменное ПО позволяет сделать скан документа с камеры смартфона и отправить его сразу на печать. Если хотите разбираться в компьютерной электронике, комплектующих и прочих гаджетах, то подписывайтесь на наш канал. Тут регулярно выходят познавательные ролики, так что прожимайте колокольчики, чтобы ничего не упустить. Далее предлагаю рассмотреть модель от компании HP. Этот принтер сразу бросается в глаза своей скоростью печати, которая составляет 22 и 18 страниц для черно-белого и цветного формата соответственно. Если учесть, что этот аппарат не сильно дороже предыдущего, то это очень крутой показатель. Но тут стоит отметить, что максимальное качество тут пониже и составляет 2400 на 1200 точек на дюйм. Тем не менее, этого будет предостаточно, если вы не планируете печатать изображение или фото на полупрофессиональном уровне с мельчайшей детализацией. Также тут более емкие картриджи, которых хватает уже на 1700 страниц для черно-белой и цветной печати соответственно. А вишенкой на торте стали поддержка автоматической двусторонней печати и беспроводное соединение по Wi-Fi. За такие деньги набор действительно впечатляющий, даже с учетом урезанного качества. А как вам такой аппарат? Делитесь своими впечатлениями в комментариях, будет интересно почитать. Поднимаем бюджет на ступеньку выше и получаем еще одну модель от HP, но уже с системой непрерывной подачи чернил. Ее суть в том, что у принтера нет никаких картриджей, а вся краска хранится в контейнерах, присоединяемых к аппарату снаружи. Их можно легко заправить при помощи обычной баночки с чернилами, а полного резервуара хватает на 6-8 тысяч страниц, что сравнимо с заменой десятка картриджей в бюджетных моделях. В общем, экономия и удобство налицо. В остальном же гаджет ничем не выделяет. Разрешение 4800 на 1200 точек на дюйм, стандартное для такой цены. То же касается и скорости, которая не превышает 8 страниц в минуту для черно-белого формата. Но стоит отметить, что если максимальное качество не нужно, то скорость можно увеличить до 16 страниц в минуту, потеряв немного в детализации. Приглашаю всех в наш телеграм-канал, туда мы выкладываем все наши топы, сборки, новости из мира компьютеров и много чего еще интересного. Подписывайтесь, ссылочка в описании. Следующая модель идейно ощутимо отличается от предыдущих. Она предназначена для печати большого количества страниц в домашних условиях и постоянной работы в ускоренном темпе. Поэтому она несколько больше по габаритам и за счет этого комплектуется сразу картриджами формата Excel, обеспечивающими печать до 2500 листов без необходимости замены. Лотков для бумаги тут сразу два, и их суммарная вместимость достигает 500 листов, что равно стандартной пачке бумаги. Для сравнения, стандартные лотки в подобных принтерах обычно вмещают 60 листов. Скорость печати составляет 24 и 15,5 страниц в минуту для черно-белого и цветного формата, что также является очень высоким показателем. А еще этот принтер поддерживает автоматическую двустороннюю печать, может печатать документы из облака и соединяется по Wi-Fi. Но чтобы при всех достоинствах удержать относительно невысокий ценник, компании пришлось снизить качество печати. Так что разрешение здесь составляет 1200 на 600 точек на дюйм. Но опять же, для документов не
несложных схем и прочего подобного контента этого предостаточно. Хотите узнать больше об этом принтере или узнать его ценник? Переходите по ссылкам в описании, там я оставил лучшие предложения от проверенных магазинов. Epson L132 – это отличный выбор, если нужно максимальное качество печати за приемлемые деньги. По соотношению детализации выходного изображения и цены – это один из лучших аппаратов на рынке. Он способен печатать в разрешении 5760 на 1440 точек на дюйм, что дает просто нереальную четкость картинки. Да, скорость при этом не выдающаяся, но ее можно повысить, если снизить качество. Такой вариант подойдет, когда нужно просто распечатать большое количество текста, и детализация не так важна. Принтер при этом довольно экономичный, ведь оснащен уже упомянутой ранее системой непрерывной подачи чернил. Полностью заполненных контейнеров хватит на 7500 цветных страниц. Дабы удержать цену, производитель сэкономил на интерфейсах подключения, так что связаться с компьютером гаджет может только по USB кабелю, но за свои деньги он все еще остается топовым решением с невероятным качеством. Переходим к более дорогим аппаратам, и тут я захотел взять одну довольно необычную, на мой взгляд, модель. Это портативный принтер, который при этом практически ничем не уступает всем предыдущим устройствам, а местами даже обходит их. По размерам этот малыш в разы меньше любого другого принтера из топа. Его вес едва превышает 1,5 килограмма, а питаться он может от аккумулятора. Но это не мешает ему печатать в разрешении 5760 на 1440 точек на дюйм, а по скорости обходить даже предыдущий полноразмерный агрегат. Единственным минусом, по сути, тут является лишь малый размер картриджей, но учитывая габариты самого устройства, это вполне ожидаемо. В общем, если вы искали компактный принтер для маленькой комнаты или постоянных поездок, но при этом с высоким качеством печати, то определенно стоит обратить внимание на данную модель. Закрывает топ мощный аппарат и вновь от компании Epson. Этот принтер может предложить как отличное качество печати, так и высокую скорость. Производитель заявляет до 37 черно-белых или 38 цветных страниц в минуту, а фото формата 10x15 аппарат выдаст всего за 12 секунд. Также он оснащен системой непрерывной подачи чернил и позволяет экономить деньги на краске. Максимальная плотность бумаги достигает внушительных 300 граммов на квадратный метр, а в качестве источника может выступать подключенный по USB компьютер, карта памяти SD формата или Memory Stick, фирменный накопитель компании Sony, использующийся в их устройствах. Вот такой получился топ. Делитесь своим мнением о представленных аппаратах в описании, с удовольствием их почитаю. Напоминаю, что цены и подробные характеристики всех устройств из топа вы можете узнать по ссылкам в описании. А если ролик вам понравился, то поддержите нас лайком и подпиской. Также не забывайте прожимать колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи!